Всем привет! С вами снова Таня. Я вас очень рада видеть у себя в гостях. И сегодня я спешу к вам с хорошей новостью. Мне кажется, для любителей корейской косметики, коей являюсь я, это действительно будет интересная новость. Данный сервис вас может заинтересовать. Речь пойдет о коробочке красоты. И это коробочка красоты с корейской косметикой. Корейский beauty box. Называется он White Box и выглядит коробочка, вот такая она, беленькая. Далее пару слов хочется про этот сервис рассказать. Далее, конечно же, я вам покажу наполнение. Так как сервис новый, все-таки мне хочется какую-то информацию до вас донести. Этот сайт отличается от многочисленных сайтов с корейской косметикой тем, что у них есть готовые вот эти бьюти-боксы, бьюти-наборы, которые разрабатывались специально, подбирали специалисты под определенный тип кожи, под определенную возрастную категорию. Есть бьюти-боксы для зрелой кожи, есть для молодой кожи, есть для проблемной кожи, есть различные такие спа-наборы. И в основном все эти наборы рассчитаны на месячный курс, на месяц применения. И, как я говорю, они достаточно грамотно. Я почти каждый набор просмотрела, и они действительно грамотно подобраны, средства интересные. Но, в свою очередь, когда я общалась с менеджером компании, мы с ней договорились, что я просто для себя выберу те средства, которые мне интересны и которые представлены на сайте, которые можно приобрести отдельно. Но если вдруг вас заинтересует какой-то набор, я вам советую заказывать именно в наборах, потому что так выйдет дешевле процентов, наверное, на 20. Поэтому лучше заказывать, выгоднее заказывать именно в наборах. И там есть такие классные наборы, девочки, вот не поленитесь, загляните и посмотрите на наполнение набора, который называется «Оливье». Я думаю, что даже вас, даже искушенных уже корейской косметикой девочек, девушек, женщин удивит набор Оливье. И на новогодний подарок, мне кажется, будет очень оригинально. Далее давайте приступим уже к самому наполнению моей коробочки. Открывать при вас я не стану, я уже открывала эту коробочку, потому что давно. И вот первый вот этот внешний вид я вам вставлю в видео, покажу, как это все выглядело, когда я впервые открыла. Конечно же, White Box постарались, чтобы это выглядело очень приятно, чтобы приятно было открывать, но с минимумом, знаете, минимум затрат. Но открывать действительно было приятно. Далее, что касается наполнения. Как я говорила с менеджером, мы договорились, что я просто выберу средства из их сайта. И некоторые средства тут идут из наборов, которые я подсмотрела где-то в наборах, мне захотелось попробовать. Первое средство, самое бомбическое, бомбезное просто средство от марки Berisam. Это гениальное средство, мне кажется. Это самое идеальное средство для ленивых девочек. Вот те девочки, которые не любят, как я, по полчаса, по часу ухаживать за своей кожей, наносить одно средство за другим и таким образом все вычищать, вымывать, потом нанести очищающую маску, такую маску разную. Все в одном, вот в этом флаконе. Огромный кусок видео у меня не записался про эту маску. Как же она мне понравилась, насколько это удобно, вы просто не представляете. Она действительно идет в виде спрея, распыление мелкое-мелкое, очень мелкодисперсное, тонким слоем ложится, очень хорошо увлажняет кожу. И можно реально не запариваться. После очищения кожи, тонизирования кожи, вы перед сном просто распыляйте на лицо данную маску, ее не нужно смывать, и все, ложитесь спать. Либо утром вместо привычного крема даже можно нанести, и она мне, конечно, очень понравилась. Хорошая новинка. Следующая новинка, которую я закинула в свою, ну так скажем, персональную бьюти-коробочку, это диски ватные для пилинга от марки Secret Key. При
представляет это из себя обычную такую баночку, пластмассовая баночка. И здесь у нас в наборе находится 70 ватных дисков. Внутри они достаточно такого, ну, стандартного размера. И они пропитаны двумя видами кислот, ну и не только кислоты здесь есть в составе. Есть и лимонная кислота, которая сама по себе является АХ-кислотой. Есть и салициловая кислота, БХ-кислота, всем известные. И тот вид кислот, и другой вид кислот очень важен, особенно у меня сейчас. В моем антивозрастном уходе я люблю пользоваться пилингами. Не было отзывов на это средство вообще в интернете. Я не нашла, так же, как и на предыдущую маску. Взяла на свой страх и риск. Пока я пользовалась раза два, наверное, только. Я могу сказать, что мне понравилось. Это интересно и это классная идея. Неплохое, наверное, воплощение. Пахнет лимонной кислотой. Вот. Но со своей колокольни могу сказать, что мне больше понравилось и нравится пользоваться вот этим стандартным средством Secret Key Peeling Скатка, тоже лимонная. Видите, они очень похожи. Она у меня уже такая старушка, но это средство меня не разочаровало, пользоваться буду однозначно. Когда вы открываете, там идет защитная фольга, ну такой защитная пленочка, вы ее просто снимаете, и внутри обычные ватные диски. Одна сторона перфорированная, другая сторона гладкая. Следующее, то, что я себе закинула еще и выбрала для себя, вот такая малышка, и пояснение к ней даже больше, чем она сама. Заприметила я вот эту ампульную сыворотку тоже где-то в наборах, в одном из наборов. Это марка N-Skin. Меня марка N-Skin очень радует своими масками альгинатными. И те альгинатные маски, которые я обожаю больше всего, они все от марки N-Skin. Это у нас сыворотка с прополисом для проблемной кожи. И здесь очень маленький объем. Я использовала раза три. И как вы видите, вот сколько осталось. Я думаю, что хватит где-то на пару недель применения. Это профессиональная функциональная сыворотка для решения воспалительных проблем кожи. Препятствует развитию бактерий, угнетает вирусы, в том числе и вирус герпеса. Особенно рекомендуется для проблемной и жирной кожи. Мне очень понравилось это средство. Оно прикольное, оно интересное. И оно идет с прополисом. Обычная сыворотка, которая легко распределяется, с минимальным, наверное, расходом, очень экономичным. И я посмотрела его описание, действительно убивает, ну, должен, по крайней мере, убивать бактерии. За пару применений ничего сверхъестественного я в этом средстве не заметила. И советовать я не знаю, но если где-то в наборчике попадет это средство, оно должно вас обрадовать, особенно если вы имеете проблемную кожу, особенно если у вас появляются периодически прыщи. Вот это средство не даст просто прыщам расходиться, разноситься по лицу, будет убивать бактерии, те, которые у вас будут на поверхности кожи. Ну и следующее, то, что я для себя еще выбрала, выглядит вот таким вот образом. Я, конечно же, я тоже жертва и рекламы, и всех красивых картинок в интернете. Я просто увидела, как эта маска смотрится на лице у девчонок. Выглядит потрясно, прикольно. Мне тоже захотелось, естественно. Это маски, слайсы, тканевые с экстрактом арбузы. Они выглядят как маленькие разрезанные арбузы. И девочки писали, что они пахнут как арбуз. Обычные тканевые, по сути, маски, просто необычной формы, необычных расцветок. И вы наносите, вот их здесь два листочка. Вы берете вот один маленький арбузик, наносите на ту зону, на которую вы хотите нанести, на вашу проблемную зону. И не обязательно эта проблемная зона, кстати говоря, может быть на лице. Может, она у вас где-то по телу находится. В общем, куда угодно можно наносить. Мне кажется, что идея очень зачетная, интересная. И это марка Coco Star. Ну и на этом наполнение моей бьюти-коробочки закончилось. Это были все средства, которые я выбрала на сайте. Повторюсь, что это такие индивидуальные средства, которые я выбирала. Это не какая-то именная бьюти-коробка.
Вам же я советую, действительно, настоятельно рекомендую ознакомиться именно с наборами. Ну, потому что так выйдет выгоднее, чем вот так выбирать, как я какие-то одиночные средства выбирала. Я надеюсь, что вам это видео понравилось и оно было вам интересным, полезным. Если так, то не забывайте оценивать видео, не забывайте подписываться на мой канал и ставить лайки. Всем желаю красивой и здоровой кожи и всем пока-пока!